Добрый вечер, коллеги. Начнем пресс-конференцию. По традиции представлю наставников Дядьку, Матив Ярослав и Харис Игоревич Динамо Москва. Ярослав, вам, пожалуйста. Спасибо. С победа Динамо. Good team. You know, they played a hard game, and for us it was a difficult game. All we can do is try to get ready for the next game. Хорошая команда, здорово сыграла сегодня Динамо. Для нас это был тяжелый матч. Все, что мы можем в данной ситуации, просто готовиться к следующей игре в Ярославле. Спасибо. Ну, с победой всех болельщиков Динамо. Радует результат победы, а, скажем, по игре есть очень много вопросов. Сама игра, можно сказать так. Коллеги, пожалуйста, представляемся, задаем вопрос. Терминников, Спортфэм, вопрос за Эмкингу. Почему не поменяли центр на 4-5? Well, he's been very good for us. And you have to be loyal to your goalie. Ну, здорово. Играл предыдущий матч, и ты должен, так сказать, с уважением относиться к своему вратарю. It's too easy to simply blame the goalie. Поэтому это получается, если его поменяешь, это как бы делаешь его виноватым, поэтому дали шанс ему доиграть до конца второго периода. Пожалуйста. Павел Усенков, Советский спорт. Вопрос к Дэйву Кингу. Что случилось с Локомотивом во втором периоде? Just made too many mistakes, just too many individual mistakes, and they shot the puck well. They really shot the puck well. Ошибок, но они еще здорово бросали, мы шли на добивание. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос, коллеги. Рожден, Стас, Харрис, какие именно вопросы по игре можете конкретизировать, хотя бы нет? Потому что сегодня мы не играли 60 минут, как Ярослав. Сегодня мы играли от силы 30 минут той игры, которая должна была присутствовать в плей-офф. А с 30 минутами, думаю, есть вопросы, сможем ли мы в следующий раз. То есть при счете 6-1 вы требовали, чтобы еще больше голов? Да, там. Я не скажу, что при счете 6-1. Первый период не особенно понравился. Потому что есть, я говорю, есть претензии, есть темы размышления. Радует то, что забили. Красивые голы забили. Короткое время забили. Но надо играть 6-1. Пожалуйста. Я правильно понимаю, Локомотив настолько плох был? Я не говорю, что Локомотив плох. Я говорю, с нашей стороны у нас не была такая ровная игра, которая присутствовала у нас в Локомотиве. Я в Локомотиве мог и при проигрыше сказать, что мы его открыли до последней минуты концентрировать. Спасибо. Харрис, а вот у вас есть опасения, что команда не будет с такими же мыслями, как вы, не будет опасаться и посчитает, что это сыграло идеально, посмотрим. Я думаю, что будет. Я думаю, что будет. Я думаю, ребята сами поняли, что расслабляться нельзя. И в плей-офф идет счет какой. Идет только победа, и следующая игра, это Ярослав играет дома, будет очень жестко и непросто. Харрис, напомните, пожалуйста, состояние здоровья Еременко и по вратарям вообще. Все. Когда будет? Ну, скоро вернется, не скоро, то есть сроки неизвестны? До дня, в день. А, так. Каждый день, новый день. Еще вопрос, Харрис? Если вопросов больше нет, спасибо. Спасибо.